понимаешь, она реально смотрит, чуть-чуть повернись побольше. Памперсы, блядь. Во, вот так вот ножом побольше. Во, вот так вот огонь, вот так и стой. Сейчас еще поприближай, там как между жопой. Она себе висят уже. Не висят, тряси жопой. Блядь, это она даже не трясет, это шо. Тряси, сука. Не могу, блядь. В памперсах насратых. Да. Блядь, ну просто такого я кусаю. Майнкрафт жопа. А поздно уже все. Рабочий пердачок. Короче, я взял твою бу, я ее ебу. Здесь так тепло, чтобы домой пойти. Не иди. А уж не нападет кто-нибудь. Увидит у него есть и жопу. Хочу. Смотри, сейчас какой-то будет. Мэджик. Сейчас жопа есть, да? Да. Блять. Ебать, мне тоже не надо, нет жопы. Надо что-то делать. Может, смешать надо что-то? Блядь, почему ты не смешаешь? Блядь, не будешь вообще поправить. Нет, ну все съехала, поехала, уехала. Я за твою еду. Коль, скажи пердачок. Пердачок? Что там писали? Ты покакала, как написал памперс, бля, сорян. Я забыла дома. Вечер добрый. Пишите. Кто съел там? Сделали. Сделала, моя губа щит. Я тоже француз. Француз это все, кто сделал скриншот. Нет? Скриншот вот ты сделал? Дрочит и на версия. Проводит тут тур. Тык-тык. Тык-тык-тык, блядь. Тык-тык-тык. Бля, кто мне такой полюбит, блядь? Какая я же кончена, блядь. Это пиздец. Кто я такой, Толя? Вот она же конченая. Паровозик. Ты. У меня уже двое человек в Инстаграм что-то написали. Какое-то сообщение. Вы с девушкой встречаетесь? Нет. Нам друг друга хватает. У нас любовь. Угу. Чмокни меня в щечку. В волосы. Бля, звонко так с любовью прям. Обратно. Вот так мне за это... Плохо? Прям... Все плохо. Смотри, какое аниме. Просто аниме. Че, пацаны, папаня? Че, аниме попали? Кто сидел тут? На кого улечится? На отучилась я уже, да. Вообще-то ты членописец, а я еще не определилась со своей профессией. О, хотите, я вам пенис нарисую? Я охуенно членописец. Вот, начать рисование. Какие пропорции. О. Какой бесконечный. О. Бесконечный. Как бы, видите... Подъем защиты. Все, пенис как бы готово. Ой, спартачок.